Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем с вами проходить метро Исход. Так, ну что, ребят, у нас вроде как осталась последняя крайняя миссия, мы поезд товарный. Какой товарный? Мы пассажирский вагон прикатили на дрезине, и у нас осталась крайняя там миссия, куда-то надо с торговцами отправиться. Так, ну а перед этим я хочу изучить все эти вопросики. Поизучать их, пооткрывать, может, там что-то будет интересное. Так что эта серия будет посвящена контенту изучению. Так, ну что, поехали. Куда-нибудь отправимся. Так, и сразу у нас тут какая-то застава есть. С какими-то челиками. Это кто у нас? Бандиты, скорее всего. Сейчас мы их потихоньку будем чикать. Один. Сколько их здесь вообще? Неизвестно. Чё там за падла топает, мля? Пацана! А, мля! Сука тут на! Ванар, Питушара! Блин, меня спалили как-то. Давай, перезаряжайся и подкачивай. Вон он наверху один, вижу. Нет. Вон он светит. Ну вот это револьверчик. Так, ты чё, ну запрыг... Ой, хорош. Так, ещё один вроде как должен остаться, да? Только где он? Ой-ой-ой, тут прям этот металлоискатель пищит, пищит пацанчик, очень сильно. А, все, он сдался. Пацанчик, ты это, спокуха короче, сдаюсь я. Точно сдаешься? Ты меня не обманешь? Спину мне не дашь? Какого хера я в эту тему гнилую вписался на? Была же чуйка голимая. Ну да, чуйка тебя не подвела бы. Давай, тебе вырубим на всякий случай. А то слишком у тебя воротник высокий. Все, хорош. Так, ну можно теперь тут все облазить. Посмотреть, что где. Металлоискатель пищит, значит рядом где-то есть какие-то ништяки. Блин, ну огонь все-таки классный. Мне нравится тут огонь. Как он горит. Прям как настоящий. Настоящий. Так, здесь мы все обыскали вроде. Наверху, наверху. Сейчас поднимемся наверх. Там еще один челик был. У меня что, тут две пушки, что ли? Мажор, мажор. Хорош. Так, еще одна пушка, еще и с прицельчиком разберем. Ого, вот это дуло. Это новое какое-то дуло. На леварверчик. Короче, тут типа из леварвера можно сделать снайперку.
Так, ну все, почистили, все изучили, всех убили. Так, дальше. Дальше пойдем. Вот к тому домику мне надо, да? Ага, это раз точка. И вторая куда-то туда показывает. Даже что-то есть. Что за луч? А, это Анна светит мне. Это туда, типа, мне надо идти. Все, я понял. Ну, туда я чуть попозже пойду. Так, домик. Ну, ладно, пойдем. По тросу спустимся вниз. Разведаем обстановочку там. А, вон, огни горят, вижу, вижу. Только нужна лодка. Бана, это что такое? Замерз пацан. Ты бедный. Нет, он еще и связан. Это кто-то тебя бросил, значит, тут, да, походу? Так, это у нас сосущий-ползущий моллюск. Иди сюда. Давайте мы тебя сейчас... Блин, у меня нету. Ого! Вот это он клешнями как размахивает. Так, мне нужно к тому огоньку. Если есть огонь, значит есть что-то интересное. Возможно, даже люди. Так, а что я куда пришел? Тут трактор. Не надо на тракты. Что за... Как мне переплыть на ту сторону? Мне нужна лодка, а не трактор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Кто шипит? А это что? А, это ус моллюска. Так, ладно, не будем тревожить. Нас вроде не трогают, и мы никого трогать не будем. Опа-на, тут трупы какие-то. Интересно, интересно. Они друг друга завалили? Только с чего-то завалил. Он, наверное, это, начал его жрать и, короче, обожрался до смерти. И все, конец. О, еще один. Тут мы не будем догадываться, как он умер. Так, ну, лодка есть. Вот она, лодка. И на той стороне лодка есть. Хорошо, сейчас тогда поплывем. Ой. Я хотел пушку опустить. Пистон опусти. Пистон опусти, хорош. Все, поплыли на ту сторону. Там какие-то дядьки стоят. Сейчас с ними пообщаемся. Может, что интересно расскажут. Блин, ну классная, классная игра. Мне нравится. Мне очень нравится. Кстати, отсюда можно и доплыть до того домика. Здоровые, ревет, грохочет, дым во все стороны. Я только и успел, что Господь сохрани сказать. Так, ребятки, тут рыбу ловят. Еле ноги унесли. Здорово. Ты смотри, кто пожаловал. Это я Артем. Привет. А, еретик. Но, да. Лампы бесовской не светит, ствол спрятал. Угу. Гляди, хоть и еретик, а все ж с человеческим обхождением. Молодец. Понимание я. Какое-то есть. Да-да-да. Может, и не совсем пропащая душа. Да вообще не пропащая. Да где там? Она у них, у еретиков, есть вообще душа-то? Конечно, есть, чувак. А ты глянь, какая бронь у него. Сразу видно, нечестивая. Красивая. Воинным подвижником бы этакую. Ну, только чтобы ее отец Силантий осветил сначала, понятно. Так мы бы бандитам этим пришлым ни за что бы не уступили. Ни депо, ни вышку, ничего. Все наше было бы, в капусту бы их покрошили. Соблазн это. Соблазн техникой, могуществом ее. Все от сатаны. Это ты верно говоришь. А все ж таки... Эх. Вот жук, а. Вот жук. На меня, значит, он тут... Кричит, типа я еретик, типа я там всякой техникой дьявольской пользуюсь. А на броньку мою говорит, ничего так. Ничего, можно попользоваться. Если только этот святой осветит.
И все будет хорошо, типа пользоваться можно. Жучара еще тот. Так, оба-на, записка. Аудио. Да, лодка тут выручает так же у него и без нее, как без рук. Понятное дело, зуб это пару раз нагнал страх, уж вот прошибла, чтоб ему хату ни дна, ни покрышки. А по сухому все одно ходить опаснее. Бандиты, похоже, всерьез решили сектантов с моста выкинуть. Кругом их лагеря, в окономойке, в развалинах неподалеку. Еще и на лэп засели. Лютую страсть. Диктатов, как тех курильев, жалко их. В общем, и фанатики мне поперек горло, но эти еще хуже. Значит, у нас в депо теперь эти сидят. Бандиты. Ну, понятно, интересно. А мне какая разница, кого мочить? Всех замочу все равно. Оба-на, пушка, разбираем. Так, ну все, здесь вроде кроме этого здания больше ничего не было. А вот еще вот этот дом. Вот этот дом, сейчас мы будем его исследовать теперь. Так, что тут у нас? Тут заперто. Тут у нас что? И тут заперто. Так, здесь провода какие-то идут. Что за провода? Так, это подбираем. Так, провода. Да что ж ты пикаешь? Я знаю, что там ништяков будет много. Но мне ж туда добраться как-то надо. Есть провода. Щитки. Ведут они куда-то вот туда. Куда этот провод ведет? Оба-на, трупешник. Здорово, дядь. Ага. Это у нас что? Это рубильник. Ну, включаем, значит. Топлива нету, значит. Значит, топлива нету. Так, а вот же канистра. Давайте зальем. Она пустая, походу, да? Блин, а? И что делать-то? Что делать? Где канистру взять? Может, тут рядом где-то лежит? Так, еще одна. Во-во-во-во, есть. Булькает, булькает. Слышь, как булькает. Так, здесь я не прилезу. Ну, хорошо, что все рядом есть. Давайте, включаем. Заливай горючий топливосмеси. Газпром добывал. Чтоб я включил этот генератор или что это, непонятно. Так, кстати, надо вот эти вот штуки пооткрывать и все тут нахрен позабирать, потому что здесь никому это ничего не надо. Так, а теперь можно открыть? Нет. А чё за what the fuck-то? Может, здесь лампочка какая-то есть? Рубильник, я не знаю, что тут есть. Чё круть? А вот. Чпоньк. Так, одна дверь открылась. Хорошо. Ну чё, занимаемся, значит, теперь вандализмом. Много батарей всяких здесь, мусорка, мусор, станок, трехколесный велосипед тюнингованный, ничего, так мощно. Так, еще что есть? Так, а это что за уголочек? Нету ничего здесь. Ага, и что? И как открыть? Ага, вот так вот. А мы в дверь не пойдем, а мы дверку обойдем. Сначала только сюда заскочим. А теперь вы забыли. О. Так, ничего здесь нету. А это что такое?
Это можно зарядить. Какое эхо странное здесь. Так, и походу это та тяжелая дверь открылась, да? Так, а здесь что? А, здесь просто можно открыть. Да? Теперь открылась вот эта дверь. А нет, да что ж такое-то, Тёма, брось. Я понял, сначала рубильник. А теперь крутим. Кручу-верчу, запутать хочу. Ой, как тут темно. А что это вообще такое? Это... не понял. Что за... ох, мать моя женщина. Что тут происходило-то? Выключаем рубильник. А нет, это я включил рубильник, ой. Батареи какие-то забрал. Не знаю, что это такое. Короче, тут кто-то над кем-то эксперименты всякие проводил. И вот на этом стуле сидел, смотрел и наблюдал. Наверное, вот этот хрыч. Покажи лицо свое. Покажи лицо, я сказал. Мозг прострелил только и все. Да, вот это жесткое место, жесткое. Ну и получается, все, вопросик разгадал. Теперь дальше. Дальше мне нужно вот в ту сторону, и я поплыву туда на лодке. Давайте, с той стороны я зашел, а теперь выйдем с этой, чтобы ничего не пропустить. Так, есть лодка. Кстати, челиков нету, где они? Рыбаки, а? Ах ты падла. Чё, убил или нет? Клещ не плавает, значит убил, наверное. Сейчас я буду с вас потроха вынимать. Давай, по одному. Минус. И давай ты теперь. Пока ты плаваешь, я... блин. Бандейка, а? Интересно, это кто, самец или самка? А, так, их тут двое еще. Давай, давай, вылазь. Давай, 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 давай. Я знаю, ты вылезешь. Все. Теперь в лодочку. Направляемся к следующему вопросику. Что за остров такой? Дом затонувший. Ой-ой-ой-ой, опа-на. Опа-на. Что я вижу? Я вижу топор и ножи. Ножи в хозяйстве пригодятся. Только у меня они полные. Удерживайте зарядка А. Ага. А это, походу, место какой-то казни, что ли? Тут, походу, у вас ножи откуда-то сдалека стреляли, кидали по вам. Неинтересно. Едем дальше. А чё такое? Чё такое? А, да, ну да ладно, ну нет, ну прекрати, ну не, ну, ну давай вылазь, ну ты чё, давай, 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 вот хорош. Застрять лодка хотела, чё удумала, а? На мелководье, значит, остаться. Так. Прррр, тормози. Ой, все, хорошо, не утонул. Так, здесь... это ж вопросик у нас. Да-да-да, на этот дом у нас вопросик. Ну, поехали. Тут темно. И тут еще кто-то есть.
Много. Чё за помутнение? Чё происходит? Кто тут? Тут телепат какой-то? Телекинёр? Это что такое? Что происходит? Так, надо музыку, мне кажется, выключить. Она, наверное, меня гипнотизирует. А как ее выключить-то? Аптечка. Кто орёт? Кто орёт? Что происходит? Да кто тут? Ой, господи, боже мой. Господи, боже мой. Противогаз, срочно противогаз. Да. Блять, отстаньте от меня, а. Все, я ухожу. Я ухожу. Отдышаться. Я ушел? Блин, я здесь в воду провалюсь. Так, я ушел вроде, все. Морок прошел. Походу тут какой-то газ. Раз меня так глючить начинает. И причем газ действует как-то прям по-настоящему, потому что у меня мурашки по коже везде. Там какие-то... какие-то. Там записочка была. Музыка не играет. Музыка не играет. Здесь какая-то записка была. Чё здесь? Больных 12. 8 с острой лучевой. 3 с... за 3 дня... Какой-то журнал учета. Тут какие-то у нас больные были с язвами. А это, походу, крайний челик. Ага, а это что такое? Это у нас получается человек-плита. Вот так вот. Так, здесь, кстати, есть проход на крышу или нету? Да ну есть. Ну ты перестань. Ну давай, залазь. Ну что ты ломаешься? Ну залезь, я тебя прошу. Нет, не хочет. Ну и ладно, не хочешь, как хочешь. А там было интересно, я уверен. Так, здесь что? Здесь стол. Здесь стол и все. Так, ладненько, мы выбиваемся из графика. Из графика. У нас еще один вопросик, а я до сих пор тут. Да. Да, обязательно сейчас надо было прибор ночного видения нацепить. Так, вот еще три вопросика. Ну, ладненько, продолжим уже похождение к этим вопросикам в следующей серии. На этой лодке.